Люся? Степашка? А где дядя Володя? Где-где? Понятно. Да, опять вдвоем вести будем? Да ладно, он после твоего дня рождения 3 месяца один вел. Ну что, мы не справимся, что ли? Конечно, справимся. Там и не команда. А! Слышь, команда, что ты стукаешь? Где текст? А! О! А, текст, текст! Сколько ты эту программу ведешь? Зайцы столько не живут. А ты как был свиньей, так козлом и остался. Слушай, знаешь что? Хрю-хрю-хрю. Мальчики и девочки, добрый вечер. Сегодня мы вдвоем со Степашкой, без дяди Володи, рассказываем вам сказочку. Может быть. О том, как жили-были старик со старухой. Вот. А кто-то из них так от нечего делать плел невод. О, старуха. Плела невод. А старик? А что старик? А, ну старик. А старик удил рыбу. А, и была у них еще курочка ряба. И не простая, а золотая. Кто? Кто золотая? Цепь на дубе том. И в круг того пустого места гроб стоит. А в нем невеста. А старуха? А старуха невод плетет. Ага. И взял тогда старик невод и закинул его в синее море. И что? И все. Как все? А второй раз закинул, а третий? Да ты знаешь, какой старик был. О! О! Он первый раз как кинул, так никто достать не смог. А. Вернулся он домой. А старуха как грянется озимь. Чего? Грянется, грянется. И превратилась в доброго молодца, в красную девицу. Да нет, померла. Как померла? Да так сильно озимь грянулась. А старик взял себе полено и выстругал себе... Буратино! Не, новую бабу. Угу. И та ему пуще прежнего невод плетет. И тут часы пробили полночь, а деда пробило на хавчик. Пускается он в темный-притемный подвал. И там, в полной тишине, в темноте, среди шорохов и паутины, вдруг бум-бурбум-бам-барабам! Что? Лягушонка в коробчонке едет! Да нет, банки с огурцами повзрывались. Фу. А старуха? А старуха детки как в репку, да так, что тот и не потянет. А старуха? А старуха? А старуха потянет. О, за репку. Угу. За детку. За кошку. Третья за женщин. Стоя.
за женщин, за мышку. И стали они жить, поживать. А что не пожевали, то выплюнули. И я там был, мед, пиво пил. А где, детишечки, бесплатно можно взять мед и пиво, вы узнаете в следующей программочке. А ну собирайтесь к экрану, детишки, веселую сказку я вам расскажу. Сначала мы посмотрим картиночки в книжке. Вот кладбище гроби, и я в нем лежу. Под кроватью в углу ребятишки, за ногу вас кто-то захапать готов. Теперь поменяйте, детишки, штанишки, спокойной вам ночи, приятненьких снов.